Ну, у нас, как это сам, спрос сейчас в верхней погрузке. С улицы. Сколько вообще взяли денег? Что мне сказать? Конечно! Итак, друзья, всем здравствуйте! Всех приветствую на нашем канале. С вами Александр, компания Tent Best. И сегодня подошел к завершению очередной проект. Сделали новый еврофургон на Газель Next. 4-метровый фургон сделали для Багдада из города, из далекого города Алмата. Приветствую. Казахстан. Я вообще приветствую весь Казахстан, да, всех газелистов. Я сам в клубе газелисты Астаны и газелисты Алматы. Я вообще только что приехал сам с Казахстана, и мне вас видеть очень радостно. Еще раз вас спасибо. Приветствую. Ну, как вас так далеко вообще к нам занесло за фургоном? Ну, ребята посоветовали. Очень удобно, я очень доволен. За короткий срок сделай, я очень доволен. Спасибо. Пожалуйста, я. У вас фургон весь вообще, ну, по нашему стандарту, это крыша на каретках, шторы на роликах, вот, в общем, все, что мы делаем. Мне в Казахстане, ребята, я вот смотрю, у них у всех крыша, ну, идет на люверсах, то есть вот, ну, не нужна верхняя погрузка в Казахстане вообще, оказывается, только кто на Россию работает, да, правда это? Это на самом деле так. Ну, у нас, как это сам, спрос сейчас в верхней погрузке. Ну, в связи с этим пандемией там работу мало стало. Угу. А сейчас уже, ну, более-менее сейчас. И у вас тоже требуется верхняя погрузка иногда? Верхняя требуется, но не постоянно. Просто я смотрю, сколько машин видел, газели едут, и ни у кого, мало у кого вообще есть верхняя погрузка. И думаю, ну, наверное, ребята просто не пользуются. А здесь у вас очень удобно, просто у нас, как называется, у нас не роликах там, организации нет у нас. Ну, не делают у вас. Не делают у нас. А это очень удобно, как фура. Раз, за 5. Раз, открыл за секунду, секунду, да. За секунду открыл и закрыл. Ну, сейчас покажем, сейчас ребятам покажем. Ребят, смотрите, покажу фургончик. Аккуратный, красивый, все четко получилось. 4,40 длина, внутренний размер. 2,20 ширина и 2,40 высота. Вот так вот. Вблизи тоже обязательно вам его сейчас покажу. Вблизи, смотрите. Тент. Тент серебро. Не переливается, да, солнца у нас нет, но цвет серебро, поверьте мне, потому что у нас на небе это не как в Казахстане. Хотя в Казахстане также то солнце, то тучи, блин, и ветер, очень сильный ветер. Также, что здесь? Ну, вот смотрите. Сделали ребятам, они попросили, получается, вместо тросик сюда поставили также вот силиконовый ремешок. Здесь силикон, держатели ворот по низу. Все выглядит вот так, 60 на 40 получается поперечно. Подкрылочки ПВХ, все четко покрашено. Ремянки в гальванике и вот так вот. Да, красота. Покажу вам дальше. Ворота. Ламинированная фанера. Фурнитура пуш. По 3 петли на сторону. Фонариков поверху. Красных 6 штук. Это вам не в России. В России, конечно, ребята, все это делаем. Но только после оформления документов. На документах по ГОСТу раз и два фонарики. Прям были случаи, просто снимали их. А в Казахстане все можно. Все нормально. Далее, смотрите, вторая сторона, пыльник идет резиновый, поскольку в Казахстане очень сильные ветра и, ну, задувает очень сильно, вот, поэтому сделали пыльник с двух сторон, ну и по низу. Здесь тоже покажу, вот так. По пыльнику даже знаю, у нас были случаи, в Казахстане срывало пыльник у ребят. Ну, доработали, то есть бились над этим долго. Вот, все поправили, сделали еще усиленную, более проклепку. Ну, настолько сильные ветра вообще. Учитываем всю специфику. Заглянем вам внутрь фургона. Ну, а внутри стандартная наша красота. Багор на штатном месте.
обрамление портала, вот ребята переживали, сразу говорят, блин, вот эту штуку вот все задерет, она двухсоставная, вот эта штучка отдельно идет от основной, и поэтому вообще все будет четко. Выдвижная лесенка, отбойнички, тут даже с нашим логотипом. На полу фанера ламинированная 18 мм, вся в круг, отбортовка стандартной высоты 40 см, обрешетка внутри фургона 3 доски, доска широкая, сухая, строганная, по углам получается косынки усиления. Вот здесь вот, поскольку, опять же повторюсь, для Казахстана, наверное, это очень актуально, ветра сильные, дождь идет, если люверс вот здесь вот, ну, будет, ну, дырочка, я, ну, знаю, как это просто... И многие ребята, ну, поймут, о чем я говорю, да. И через эти дырочки ветер дует, дождь идет, и вжух, вся вода в фургон. Бывает же такое. Вот, здесь исключено, поскольку подточка передней стенки сделана. Ну и что тут еще? Тоже вот так вот сделано. Косынки. Стоечки. Новинку скоро будем показывать. Здесь еще не сделали, ребятам не было этого, но уже начали делать ломные стойки. Увидите обязательно в наших роликах. Давайте проверим. Крышу проверяли, да, уже? Проверяю. Давайте, я тоже хочу. Обязательно надо проверить. Супер. А еще, ну, когда фургон загружен уже весь, проверим, как она пойдет с улицы. Сколько вообще взяли денег? Что надо сказать? Конечно. А? Это 207 тысяч рублей. 207 тысяч рублей. Все вместе, вот это все. Все вместе. Вы сравнивали вообще, прозванили кого-то, выбирали, может быть? Нет, не сравнивал. Просто уже сказали, кто у вас, племянник, да, порекомендовал? Да. Он где у нас, из Астаны? Из Астаны. Из Астаны, в клубе газелистов он состоит. Скромные ребята. Вон он спрятался, даже нога ушла. Ну, нормально это по деньгам или как вообще? Качество, цена, там, свое какое-то мнение от вас просто? Нормально, недорого. Но качество есть, мы подарок сделали, лестница, все это. Ну, я доволен. Спасибо огромное. Ну, самое главное, что на самом деле и вы довольны, и мы довольны, и чтобы всех вас этот фургон еще радовал в годах, да, своим, на самом деле, функционалом, чтобы вы на нем нормально зарабатывали денег. Поэтому давайте, что, успехов вам сейчас, доброй дороги буду, пожелаю, потому что ехать вам еще не близко, я уже знаю, сам не доехал, как хотел, до Астаны, вот, но очень хотел, обязательно прилечу уже на самолете туда в ближайшее время. Алмата, встречай, Багдад возвращается. Все, ребят, всем удачи на дорогах, крепкого здоровья. С вами был Александр, компания TenBest, и Багдад из Алматы. Всем пока.